Кофейный напиток включает примерно 800 ароматических сочетаний, а новый учебный год – еще больше новых знаний и, конечно же, стрессовых ситуаций. Сегодня с педагогом-психологом высшей категории Еленой Майоркиной разберемся, как пережить стресс, который настигает нас 1 сентября. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Катерина. Скажите, как давно вы работаете в школе с детками? Я работаю в школе уже больше 18 лет. Угу, это серьезная цифра. Да, для того, чтобы разобраться с так называемым первосентябрьским синдромом. Расскажите, как так выходит, что 1 сентября случается большой стресс для детей? Ну, насчет такого большого я бы, наверное, не сказала, Катерина. У меня к вам встречный вопрос. Когда вы выходите из отпуска на работу, как вы себя чувствуете? Ну, не очень хорошо, скажу честно. Хочется обратно. Угу. Ну и здесь то же самое. Переход с системы отдых на работу, на учебу. Конечно же, это адаптация организма. Угу. И в любом возрасте требуются и силы, и время на то, чтобы перейти и привыкнуть к учебе. Скажите, насколько сильно отличаются переживания у первоклассника, для которого это в новинку, от переживаний, ну, например, учеников среднего или старшего звена? Угу. Вы знаете, да, на самом деле, Катерина, бывает так, что стресс по-разному воспринимается в зависимости от возраста. Угу. Потому что ребенок маленький, первоклассник или началка, у них всегда идет мотивация такая внешняя. А как я встречу нового учителя? А как я встречу своих друзей? А вот у меня новый ранец, а вот у меня новый пенал и так далее, и так далее. Как меня встретит школа? Среднее звено, наверное, все же мотивация обращена больше на социум. Угу. То есть мои одноклассники, моя группа общения и так далее, и так далее. Именно окружение. Конечно, уже. Конечно. И как я буду в этом окружении? Старшее звено, ну, наверное, это уже утверждение и мотивы достижения. А смогу ли я? А справлюсь я? А как у меня получится? Угу. Ну, вот с этим все связано. А, то есть тот самый возраст, когда начинаются все вот эти элементы неуверенности в себе и сравнения себя с другими, правильно? Ну, наверное, элементы неуверенности в себе начинаются как раз со среднего звена, ага. С подросткового возраста. А вот старшие здесь уже элементы достижения, понимаете? Угу. Смогу ли я или не смогу? Справлюсь, угу. Не справлюсь? Такие. Эмоциональные качели, да. Небольшие. Да. Скажите, а насколько разнятся переживания, например, мальчиков и девочек? Есть какие-то гендерные особенности первосентябрьского синдрома? Первосентябрьского, конечно. Ну как может девочка не думать, как она будет выглядеть, да, для своих одноклассниц и для своих одноклассников? То есть и прежде всего, конечно же, и для самой себя. А в среднем звене, конечно же, хотелось бы принадлежности к группе. То есть а как я буду в сравнении со своей группой, с теми, с кем я общаюсь, с кем я дружу? И мне бы хотелось такую же заколочку и, может быть, такое же что-то еще внешнее. Да? То есть это, конечно, очень связано. Девочки такие девочки, как девочки, всегда. Девочки, да, конечно. Ну, но и это в основном, скажу так, в основном. Есть, конечно, отличия. Не менее стрессовой ситуацией является 1 сентября и для родителей. И вот здесь стресс проявляется совершенно в разных формах. Кто-то впадает в состояние негодования и негатива, кто-то просто волнуется. Как в этой ситуации, эмоциональной и не очень простой родителю находясь, не передавать ребенку эти переживания и не заражать его вот этой предсентябрьской лихорадкой школьной, так называемой? Вы знаете, институт семьи, он у нас очень давно и всегда помогали традиции. Угу. Традиции. То есть это прежде всего мы готовимся к 1 сентября, мы что-то делаем, ты уже большой, да, то есть это уже какая-то социальная роль, принадлежность уже к больше взрослым, и это уже, ну, мотивация идти в школу.
И точно так же поддержка со стороны родителей. То есть мама или там папа, бабушка и дедушка, или, может быть, даже бабушки и дедушки помогают готовить ребенка к школе. То есть что-то внешнее, оно помогает и снимает внутреннее напряжение. Это раз. Больше действий, меньше слов и эмоций. Представление, что я буду делать, чем я могу помочь. То есть вот, конечно, это. Ну и, наверное, самое замечательное, если мама в хороших таких доверительных отношениях с ребенком, и они проговаривают это вместе. Ну и, конечно же, не секрет, что наши дети чувствуют. Не обязательно даже говорить, но внутреннюю, вот такой, знаете, внутренний мандраж. Сложно скрыть. Без слов, да, наши дети, конечно же, понимают точно так же, как понимаем мы своих детей. Дыхательные практики, больше прогулок, опять же, да? Да, безусловно. То есть говорить об этом, что-то еще. И плюсом я бы, наверное, советовала помимо этого какие-то цели на дальнейшее. А помимо учебы, чем мы будем заниматься, куда ты пойдешь, на какие кружки или, может быть, еще куда-то. А какие ты выберешь еще плюсом для себя занятия. Чем тебе больше нравится, давай мы с тобой еще выберем, и так далее, и так далее. То есть цели чуть-чуть побольше, да, подальше, чем 1 сентября. Но в любом случае постоянный диалог с детьми, как ни крути. Обязательно. Без этого обязательно, никуда. Обязательно, конечно, но без навязчивости. Вот это самое главное. Та грань, которую очень легко переступить. Согласна, согласна. Я думаю, многие наслышаны о том, что есть такая категория родителей, которая считает, что все должны делать педагоги. Вот вас в университете научили, как правильно учить детей. Вот возьмите и снимите с них этот первосентябрьский стресс от нового учебного года, от нового класса, от новой компании и от прочих факторов. Как быть в этой ситуации? Как этим родителям себя настроить на более позитивный лад, скажем прямо? Вы знаете, прежде всего, опять же, это отношение с ребенком, это доверие к ребенку. Научиться слушать своего ребенка, что он хочет, какие у него мечты, какие у него цели, чего он боится. То есть вот слушать, задавать вопросы, слушать, разговаривать, вот это самое, конечно, главное. Для того, чтобы изучать. Да, безусловно. Ну и следующее, да, безусловно, школа оказывает большое влияние на ребенка. И когда права та мама, прав тот папа, который находит общий язык с классным руководителем, который знает, что у ребенка в классе. То есть всегда нужно и ребенка выслушать, и, возможно, и классного руководителя, возможно, и учителей-предметников. То есть вот быть на диалоге, ну, с учителями-предметниками, да, со школой – это очень, конечно, важно. Как быть, если в семье принято хвалить за хорошие оценки, ругать за плохие, приводить в пример дочь маминой подруги, одноклассников и прочих-прочих людей? Здесь как раз-таки уже, наверное, не про доверие, а наоборот. Очень серьезная тема. Вы знаете, Катерин, кого-то это может встряхнуть, и ребенок скажет, а я сделаю лучше. Но таких детей не так много. А кто-то остановится и скажет, ну, я тогда больше и не буду ничего делать. Вообще? Да, да. И отсюда прокрастинация, да. Отсюда я хочу сделать так прекрасно, но у меня не получается с первого раза, тогда я делать вообще не буду. Здесь вот очень тонкая грань. Можно ли сравнивать вашего ребенка с другими? А вообще большая такая рекомендация, не только моя, поверьте, многих психологов, лучше сравнивать ребенка с ним самим. Но во временном факторе. Наверное, для взрослых эта рекомендация тоже актуальна. Очень. Когда мы не смотрим на других, а смотрим на себя вчера и на себя сегодня. Да, что я сделал, как я вырос, да? То есть это очень важная, конечно, рекомендация такая, смотреть на рост свой, да, на свой маршрут развития. Елена, и последний, пожалуй, самый главный вопрос. Как родителям понять, что нужно бить во все колокола и обращаться к психологу? Какая симптоматика должна уже не просто насторожить, а как раз-таки привести к специалисту? Ну, прежде всего, конечно, как я сказала, самое главное – это профилактика, чтобы такого не было. Это нужно заранее смотреть, да, на что, насколько ваш ребенок эмоциональный, насколько он тонкочувствующий. И если это так, то, конечно, чтобы в вашей семье рекомендация были определенные традиции,
которые снимают как раз эмоциональный такой фон большой, чтобы были праздники, посвященные вот праздники, вот Дню знаний, да, то есть семейный такой праздник. Возможно, потом это уже будет с друзьями праздник, когда ребенок постарше уже будет и так далее, и так далее. А, дело в том, что если ребенок отказывается идти в школу, это уже не один раз и не два в системе. Да? Если есть проблемы со сном, безусловно. Если ребенка бросает из разных эмоциональных состояний, то есть сразу он может заплакать, тут же успокоился, тут же сразу вот такой, знаете, бывает смех такой, эмоциональный такой смех, тревожный, да, безусловно. Но я бы даже, знаете, посоветовала не только психологу, но еще и посмотреть, в общем-то, дальше анализы. Потому что наше тело, да, соматика, она очень влияет на наше эмоциональное состояние также. Ну и для родителей я бы рекомендовала, наверное, самое такое интересное правило. Мы все с вами работающие. Мы все работающие, конечно. Я понимаю, поэтому воспитывать нужно быстро. Да? А самое главное, мы воспитываем всегда любовью, примером. Ну и такая маленькая рекомендация, есть прекрасное правило. Правило 2 минут. Когда ты встречаешь ребенка, все внимание на 2 минуты ребенку. Всего лишь. Ты встречаешь ребенка, я просто вижу, когда, например, встречают и в телефоне, или что-то еще делают, какие-то домашние дела, возможно, да, или что-то еще. Но здесь самое главное, вот эти 2 минуты удели здесь и сейчас, сначала. Увидь, как у тебя дела. Максимальная концентрация. Да, да. Вот именно вот эти первые 2 минуты. Ты увидишь многое. Ну и, конечно, задавай открытые вопросы. Вопросы открытые. Вот самое главное. Елена, спасибо вам большое за рекомендацию. Впервые за много лет захотелось 1 сентября пойти в школу и посмотреть на свои ощущения. Welcome! Век живи, век учись. Народная мудрость и рекомендации нашего педагога-психолога, разумеется, приведут вас к чему-то доброму и светлому, а не к учебному году в стрессе и негативных эмоциях. Если вы хотите обсудить вопрос, который не решаетесь обсуждать больше ни с кем, отправляйте его прямо сейчас в любой из наших мессенджеров, и я торжественно обещаю, что в ближайшем выпуске «Кофе с психологом» мы обсудим его за чашечкой ароматного капучино с каким-нибудь очень замечательным психологом. Всего вам самого доброго. Доброго, и помните, мы всегда рядом.